200 человек и 150 единиц техники трудятся сегодня над реконструкцией трассы Нура-Осакаровка. Большую часть работ должны произвести в этом году и обеспечить проезд транспорта по новой дороге. Аким области в ходе рабочей поездки в Нуринский район осмотрел ряд строящихся объектов и побеседовал с подрядчиками. Подробности расскажет Антон Александров. Работы по реконструкции трассы ведутся круглосуточно. В этом году приступили к оставшимся самым проблемным 20 километрам. На 15 из них обещают сделать нижний слой асфальта и открыть проезд для транспорта. В следующем году здесь займутся ремонтом оставшихся 5 километров, а также укладкой верхнего слоя асфальтобетона и обустройством обочины и разметки. В общем, проводимая реконструкция позволит привести дорогу в соответствие с нормами третьей технической категории. В настоящий момент на участке находится порядка 200 человек. Из них и 150 единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Сегодня мы делаем практически все слои дорожной одежды, кроме верхнего слоя. В поселке Нура аким области побывал на строительном участке арендного жилья. Здесь планируют возвести 20 двухквартирных домов. Глава региона поручил следить за качеством работ и активнее вести строительство. Уже в сентябре в поселке Нура презентуют детворе новый хоккейный корт. Местные жители и общественники жаловались главе региона на затянувшееся строительство этого объекта. Подрядчики же заверили, что первые игры здесь можно будет провести уже в сентябре. Сейчас здесь уложено асфальтобетонное покрытие, искусственный газон, произведен монтаж оборудования и системы пожарной безопасности. Осталось установить сиденье для болельщиков и произвести работы по благоустройству. В итоге зимой здесь будут заливать каток для хоккеистов, а в теплое время на искусственном поле смогут заниматься футболисты. Антон Александров, Серик Тагаев, Николай Шевелев, 5 канал.